21-летняя жительница Ростовской области, обвиняемая в сбыте наркотиков в Элисте, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. По версии следствия, в апреле этого года обвиняемая вместе со своим гражданским мужем, являясь членом организованной преступной группы, приехала в Калмыкию для оптового сбыта наркотических средств путем публикации сведений в интернете и последующего размещения в 4 тайниках на территории степной столицы. В результате действий правоохранительных органов преступная деятельность была пресечена, а подготовленное к сбыту наркотическое средство изъято из незаконного оборота. Также в ходе расследования установлено, что обвиняемая на систематической основе совершала финансовые операции, направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем в результате сбыта наркотических средств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.